Что общего между Кизляром, Пермью и Бангкоком, скажете вы? А ответ прост – тайский бокс. В Кизляре проходят двухнедельные сборы спортсменов, выступающих в этом виде единоборств. Экзотический вид спорта давно прижился в Дагестане. Как идет подготовка республиканской сборной к основному старту сезона чемпионата страны в городе Пермь, расскажет Камиль Девятов. Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Эту фразу каждый спортсмен повторяет как мантру. А если кто и забыл, тут как тут Абдунасыр Меджидов, главный тренер сборной Дагестана и чемпион мира по тайскому боксу. Больше ударов, больше ударов. Магнит Расул, работать надо. В целом тренировки проходят хорошо. Вот, практически весь состав сборной Дагестана здесь. Надеемся на общую команду первое место. Вот, в нашу сборную вернулись те старые именитые спортсмены, двукратный чемпион мира Зайнуков Магомед, Набатик Ямран. Вот, я думаю, что ребята заряжены хорошо, сборы проходят на высоком уровне. В принципе, вы видите спортивный комплекс в каком состоянии. То есть все есть для того, чтобы мы принесли общекомандное первое место. Республиканская сборная сформировалась после выступления на прошедшем в Ростове-на-Дону чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа, где наши тайбоксеры заняли первое общекомандное место. Но это только начало. Чтобы победить на предстоящих соревнованиях, нужно выкладываться по полной. В сборную вернулись и два дагестанских профессионала – Кемран Набати и Магомед Зайнуков. Ребята уже пару лет выступают в профессионалах, тренируются и живут в Таиланде. Но это никак не мешает им принять участие в чемпионате России. Я вот буквально 2 года назад дрался на мире, и у меня после этого желание пропало боксировать. И не знаю, вот увидел молодых, как захотелось выступить еще раз, показать то, что я еще не ушел с любительского спорта. На мой вес в сборной наш земляк, выступающий за Москву, хороший очень боец, также выступающий по профи, любителя. Там намечаются серьезные, бескомпромиссные поединки на чемпионате России. Помимо спортсменов на сборах присутствуют и наставники. Ибрагим Хидиров не только старший тренер сборной, но и личный Зайнукова. Не спускает глаз с ученика, считает, что работа должна быть проделана на все 100. Начали готовиться к этому чемпионату России еще 3 недели назад. Конечно, у него травма была после профессионального боя, у него хорошая сечка была на брови, и трудно ему восстанавливаться, даже один раз даже открыла сечка на тренировках, еще пришлось ему отдохнуть на пару недель. Ну, вроде все нормально, сейчас уже готовимся, осталось у нас очень, конечно, мало времени. Сказать, что он полностью готов, тоже мы не скажем, потому что еще надо ему вес сделать. 5 кг надо ему подгонять. На победу настраивается и финалист прошедшего чемпионата мира Гаджи Меджидов. На прошлом чемпионате я выступал не своей весовой, на 91 пошел, у меня свой 86 кг вес был. И было тяжело с соперниками, очень высокие были, тяжелые. А так в этом году на свой вес хочу выступить, думаю, будет полегче. И хочу стать первым тоже. Тренерский штаб и спортсмены оставляют все силы. После общих занятий проводятся и индивидуальные. Здесь тонкая работа идет. Тактика, техника в основном больше. И функционально мы подготавливаем их, чтобы они были уже чувствительны к каждому, допустим, действию в парах, чтобы они чувствовали все. И небольшая сенсация для любителей смешанных единоборств. Сборы с тайскими боксерами проходит и боец UFC Руслан Магомедов. Он оттачивает навыки работы в клинче, подтягивает работу локтями. И признался нам, что примет участие в чемпионате страны. У меня на данный момент чуть проблемы в профессиональной карьере. UFC создает всевозможные трудности, и мне не получается выступать. А как бы мой брат, он один из тренеров, Сагид, вот, он попросил меня выступить по тайскому боксу. Я думаю, у меня есть шансы. Вот как бы я пока один выиграл чемпионат мира. Тайский бокс, конечно, сложнее гораздо. Тут много правил, много таких тонкостей, которые надо изучать. Но я думаю, я справлюсь. Это для меня хороший опыт будет. По завершению тренировочных сборов дагестанские тайбоксеры отправятся в город Пермь, где с 27 по 31 марта состоится чемпионат России. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Кизляр.